Привет, друзья! Специально для тех, кто у нас еще не был, кто не приходил к нам в гости, не записывался у нас, мы решили провести маленькую обзорную экскурсию по нашей студии. Не вдаваясь слишком сильно в технические детали, мы покажем вам, как у нас здесь все устроено и вообще, как у нас тут хорошо и красиво. Поехали! Преодолев 18 этажей на лифте и один этаж пешком, вы попадаете к нам. Начнем мы с вами не с самой студии, начнем мы с вами вот с этой комнаты. В этой комнате рождаются творческие идеи не только наши, но и тех людей, которые к нам приходят. Здесь у нас коллекция гитар. Она удивительна тем, что у каждого инструмента есть здесь своя история, и каждый инструмент он какой-то особенный. Да? Вот, например, какой-то замечательный бас, алембик. Совершенно феноменальный звук. Ну, Gibson все знают, Fender Precision. Там у нас Godin, Carvin, Valeart. Это лишь малая часть гитар, которые у нас есть. Остальные в чехлах, вот в этом гитарном стеке. Вот такая комната, где мы угощаем наших гостей кофе, чаем, иногда чем-то еще покрепче. Здесь же у нас стоит звуковое оборудование. Вот еще одна гитара, это Ovation 12-струнный. Здесь, после того, как закончена работа, сдан микс и мастер, мы можем послушать, как это звучит в порталы, то есть большие колонки, как это звучит в колонке поменьше, как это звучит в простую Bluetooth-колонку. Джордж Харрисон. Вот такое у нас творческое помещение. Вон там в зеркале даже меня видно. Привет. Ну, пойдемте в студию. Видом из окна мы полюбуемся чуть позже. Телебашню можно отсюда разглядеть. Это наша главная комната. Наш контроль-рум. Эта комната уникальна, кроме всего прочего, еще и тем, что она выполняет также функции комнаты записи. То есть вот здесь садятся музыканты, когда приходит записываться живой коллектив. Вот. И для их записи у нас есть все технические возможности. Вот такая вот красота. Ну, мне правда очень нравится. Чапаны, который выполняет не только декоративную функцию, но также выполняет функцию звуковых ширм, когда это нужно. Потому что у нас есть вот комната для записи вокала, но мы ей не часто пользуемся, потому что нам нравится писать вокал вот здесь. Вот. Ну, и не только нам, но и артистам, которые приходят. Вот на этом прекрасном ковре мы ставим микрофоны. И артист, который записывается, находится в непосредственном контакте со звукорежиссером. Нам кажется, что это важно. Вот такой непосредственный контакт, а не через стекло. Сердце нашей студии, наши любимые железки, семейство Antilop, SSL, всем известные дистрессоры, TubeTech, LA2A и парочка винтеков. Там внизу у нас гитарный процессор Digitech и басовый преамп для гитары Alembic, которую мы вам уже показывали. Но он может использоваться для любой другой бас-гитары. Пару слов о наших мониторах. Вот эти малыши, которых вы видите маленькие, это, по-моему, это самые маленькие в мире профессиональные мониторы от компании IK Multimedia. Называются они iLoud Micro. Это Genelecki серии, по-моему, 8530, боюсь ошибиться. Легендарные Tannoy. Очень тяжелые, очень большие. Tannoy серия System 1200. У этих мониторов удивительная история. Эти мониторы попали к нам волей судьбы. Они стояли в студии знаменитого американского кинокомпозитора Филиппа Гласса. И именно в эти мониторы, которые были
у него в студии Looking Glass Studios в Нью-Йорке. Именно в эти мониторы записывались Роджер Уотерс, Бьорк, проводили свои сессии Coldplay, ну и куча других артистов. Вот, по счастливой случайности они попали к нам. Клавиши, Korg SV1, Stage Piano, MIDI-клавиатура Novation, MK2-49. Пойдемте покажем вам барабаны. Барабаны наши мы очень любим, потому что они замечательные. Это DW, коллектор серии Ebony. Вот, тарелки Zildjian, K-Custom. Хай-хет у нас Avedis Master Sound. У нас имеется, кроме металлического малого барабана, еще и деревянный. В зависимости от стилистики, которая требуется для записи. Барабаны также мы можем писать и вот здесь вот. Они вот здесь очень хорошо звучат, прямо на ковре. Когда нужно записать барабаны вместе вот со звуком комнаты, чтобы был большой объем. Или вот здесь вот. Здесь мы их тоже записывали. Результат очень хороший. Там у нас кухня. По дороге произведение искусства компании Fender Combix Supersonic Marshall. Вот такие антимановиатные картины. Там дальше кухня, где артисты могут попить чай, посидеть, подождать, пока пишутся другие музыканты. Рай для курильщиков. Балкон. Пойдемте полюбуемся видом. Красота. Мы специально решили поснимать ночью, чтобы было видно, как красиво у нас на балконе. Но мы еще раз выйдем на балкон с другой стороны. Мы вернулись в студию. Студия работает на Лоджике. Для желающих имеется Presonus Studio One, Ableton Live и Reaper. Ну, мы вот любим Logic. Нам он нравится очень. А что еще? Вот здесь у нас по стенам расположены стейдж-боксы, в которые музыканты могут втыкаться и не тянуть бесконечное количество проводов по полу. Вот здесь еще один. Вот. Не упускаем возможность полюбоваться еще одним красивым видом из окна. И со всех этих стейдж-боксов коммутация приходит вот сюда. Это преамп MP32, также от компании Antilope. А в самом низу находятся наши мониторные преампы компании Presonus, которые дают очень хороший звук в мониторах, то есть в наушниках, и музыканты могут себя чувствовать, ну, как они нам сами говорят, крайне комфортно. Наши прекрасные колонны, которые расписывали наши друзья, знаменитые художники. Вот я вам почти все рассказал. У нас есть очень много всяких хороших микрофонов, но про них мы хотим снять отдельное видео, которым вскоре с вами поделимся. Вот. Ну, пойдемте на прощание еще раз полюбуемся видом, теперь уже с другого балкона. Еще одна прекрасная картина. Еще одна немаловажная деталь, что все инструменты, которые я вам сегодня показал, все оборудование нашей студии, включая вот этот замечательный педалборд, все это может быть использовано для записи, если в этом есть необходимость. Все к вашим услугам. А мы выходим на балкон. Вдыхаем свежий воздух и любуемся прекрасным видом. Такая маленькая экскурсия. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Приходите к нам и будьте с нами.